Реру, мои маленькие любители, покушайте, мы продолжаем. Понимаю, что это будет происходить немножечко долговато, но что ж тебе поделать. Чтобы вы понимали степень моей отчаянности, на поводу колонистов, я уже готов отправиться куда-нибудь на планету в поисках и спасении каких-либо поселенцев, вообще без разницы каких. Ну, на самом деле, не так уж без разницы, просто я смогу их прокачать. А сейчас просто дико не хватает рабочих рук нам для всего остального. Например, я сейчас хочу производить уже железобетон, потому что у нас есть бронза, необходимая нам. Брунхильда Беремена, ура! Так, ребят, что началось-то? Почему тут хранятся у нас блоки, если они тут не должны у нас храниться? Ну вот, уже слот выглядит гораздо лучше. И сейчас в любом случае надо будет построить еще один такую же штуку. Еще один поддон, прямиком вот сюда. Потому что как-то они странно работают, мне это не нравится. Так, все замечательно. Сюда мы кладем гранит, а сюда мы кладем мрамор. Снимаем с паузы и делаем, да, нормально, до 1000. В принципе, я уже начинаю увеличение нашей базы, хотя бы на начальном этапе. Налет. Партизан нападает немедленно. Хорошо. Стрелять только по моей команде. Этого Диакоса или Диакаса надо бы оставить лучше. Давай, атакуй. Пельмень, вот его можешь атаковать, не боясь. Замечательно. Его атакуй. Хотя что из оружия? Трубка из бамбука, ладно. Стой! Не убежишь! На скидку давай! Беги сюда, беги за ним! Давай, я в тебя верю. В принципе, ее можем поймать. А кто она такая? Меланхолик, ладно. Быстрая обучаемость. Все, в пизду тебя. Атакуем тебя, ладно, хуй с тобой. Да блять, ты поймаешь, что ли ты? О, наконец-то. Захватывай. Через сколько ты умрешь там? Через 12 часов, ладно. Пропустили мы его, ну, хоть кого-то мы захватили. Уже радует. Кершел, окажи, пожалуйста, лечебную помощь. Левое плечо отбито, а в остальном у тебя все нормально. У Хершела грипп. Ну да, ну такое себе. Так, делаем медицинскую кровать, и Хершел отдыхает до выздоровления, пожалуйста. Надеюсь, ты не скопатишься от гриппа. Стой, погоди, у тебя в темноте 3 баф дает, а в темноте дает еще дебаф минус 3. Ты как работает? Ладно. Так, его мы ослабляем сопротивление. В принципе, немножко, но обгоняет. Ладно, хорошо. Пока спасать пленника мы не можем, у нас всего 4 колониста и все какие-то в хуевом состоянии. Если я сейчас пельменем пойду, то один он не затащит. Ладно, не буду я пока никуда ходить. Вот эту штуку надо бы отсюда убрать, потому что она мешает ходить. Так, у нас есть Свайнхендер. И надо сейчас его дать нашей ученой его. Я все-таки предлагаю полечить его одним медикаментом, потому что с такой кроватью он может сдохнуть. Вот 30-ка уже. В принципе, я думаю, я сохранюсь в любом случае, да? И отправлю единичку у нас туда. Вашей еды хватит на 4 дня. Туда-обратно 2 дня идти. Не знаю, что он возникает. Иммунитет 37, а это 35, неплохо. Надзор надо на 9-ку поставить, потому что, блять, мне сейчас не покормит его. Опа, значит, эта загрузка сигнализирует нам о том, что пришел наш колонист. Иди к месту. Есть 2 человечка, они оба с ближнебойным оружием. Достаточно будет стрелять на скидку, давай вперед. Никаких турелей я не вижу, поэтому все будет должно легко быть. Стой, в нее сначала. Бегаю. Куда ты ей попал? Движение ужасно, замечательно. Ну, конечно же, плохо, да. Все. Спасаются бегством, замечательно. Что у тебя по здоровью, смерть через 2 часа? У нас медиков тут нет, поэтому без вариантов. Приказы захватить. Вот это все наше. Так, тут у нас есть стол и стул. Заебись. Фимиканом. Стол и стали. Ладно. Опа. Пилумы, арбалет, короткий лук из дерева, рекурсивный лук, молоток. Все это хуйня. Кровать есть. Без легкой кожи. Ладно. Вот почему ты раньше не пришел? У тебя желудок был. Могли бы там той пересадить желудок, и все, она бы выздоровела. Привет,
Гомбен. Бля, интерес к химии, я не посмотрел, уродство. Ладно, это фигня. Порог нервного срыва, ладно. Ну, знаете, на безрыбье и рак рыба. Продолжить путь. Ё-моё, ё-моё, пельмень. Срочно переключай. Энергия нужна. Да, все. Хорошо, а ты в курсе, что у тебя грипп, как бы, и ты можешь сдохнуть в любой момент, да? И поэтому ты идешь лечиться, меня не хипет просто. Давай ты съешь простое блюдо и идешь лечиться. Потому что еще один медикамент придется на тебя, сука, потратить все-таки. И наши колонисты пришли. Риск нервного срыва у Хершева. Че у тебя опять? Сытый, блядь. Покормите ж его. Все, наконец-то у нас прибыли эти два колониста наших. Всеми любимых. Это вообще что умеешь? Ты милишник, да? Хорошо, ты будешь милишником. Дадим тебе вот эту штуку и сражайся. Нашел я сделать этот пресет. Так, ты у нас родимая моя, или кто-то там такая, рабочая одежда. Сейчас мы тебя назначим, не переживай. Но, блин, как же хочется сильно мне назвать тебя Габен. Ты будешь Габен. И для начала мы тебе дадим кирка. Одна штука. Тебе пока хватит, давай. Можешь раздеваться, сколько улезет. Иммунитет 97%. 98%. Так, так, тихо. Вставай. Качество лечения 33%. Ты куда пошел? Хотя... Да, у тебя выработан иммунитет. Все. Ты умничка, Хершел. Живи и процветай. Стоять! Почему у нас никто не заправляет? У нас сейчас заморозка кончится. Лёши. Че, блядь? У тебя кровати нету, родимый мой. Простые, братан. Здесь и поставим, почему бы нет. На аккумуляторе тебе тепло, да? Нормально. Высокоточное производство изучено. Значит, давайте пока без этого. Это просто твердотопливную плиту. Из бронзы поставлю, из бронзы не жалко, поэтому давайте здесь поставим ее. Думаю, потом перенести можно будет, если что. Феникс, сука. Тебя еще не хватало для счастья, но. И нам поставим безопасную зону. Ну нахуй с Фениксом связываться. Правда, вот это никто не перенесет у нас. Ты картошку нашу жрешь! Все, пизда тебе. Попал. Давай еще стреляй. Все, хватит. Ах, через 10 часов качусь. Габенушка хочет копать. Так, дай ей кирку, чтобы оно копало. Или это он? Да. Патронов остается все меньше и меньше с каждым разом. Давай, пельмень, изучай эти грузовые контейнеры. Табак. Нет. Я не буду выращивать табак. Мель, да. Но не табак. Все. Сейчас теперь есть кирка, ты можешь нормально копать, да? Да, нехило у тебя скоро, слушай. Занимаюсь постройкой спальни. Потому что в любом случае нам этим заниматься. Также нужно изучить сейчас покрытие. Вот, строительство купола. Карьер нам нужен сейчас в любом случае. Ну не сейчас, но в принципе он нам понадобится. Я хочу просто, чтобы колонисты получали баф от хорошей комнаты. Я что заметил, мы очень начали сильно проседать по картошке. Поэтому у меня просто выхода нету, придется немножечко расширить ее поля. Кто корью заболел, сейчас я посмотрю, сейчас я картошкой займусь. Пока она растет здесь, но после, я думаю, переезжать немножечко в другое место. Она в любом случае переедет, но приедет чуть попозже. Когда я уже начну делать в горе все полностью. Картофель, да, здесь пусть растет. Надо вот так вот закрыть хотя бы себе. Чтобы просто рейдеры сюда не шли и не доставляли неудобств нам. Тем самым. А также проекты. Нужно здесь, вот здесь охуенно большую область сделать. Засаживать, чем вы думали? Одуванчиками. Чтобы убрать все эти растения. Так, мне интересно, вы получаете дебаф просторный интерьер? Да. Нет, не тот интервал. Красивая, прекрасная столовая, да. Получаете баф к этому, хорошо. Пищевое травление. Мы же здесь убираемся, алло. Ладно, давайте вот так вот еще сделаем. Куда вы? Куда? Хуели, шо ли? Взяли, сука, картошку спиздили. Пидоры. Ну как так-то, блин? Медведи съели картошку. Блять, ну как так-то? Леопард охотится. Ну ладно, охотится. Блять, питомцы. Безопасность, идите. Питер. Иди сюда.
На скидку давай. Попал? Попал.